Предметом соглашения является сотрудничество при реализации инвестиционного проекта, предусматривающего строительство завода по убою первичной и последующей переработки птицы на территории Ефремовского района Тульской области. Алексей Геннадьевич. Уважаемый Сергей Игоревич, сегодня мы с вами уже подписали одно соглашение в присутствии руководителя страны, президента России Владимира Путина, о крупнейшем кластере мясопереработки на территории особой зоны опережающего развития, социально-экономического развития в Ефремове. Это достаточно очень крупный стратегический проект, не только для Тульской области, но и для всей России в целом. Группа Черкизова входит в тройку лидеров на рынке куриного мяса, мясной продукции и продуктов мясопереработки в нашей стране. Это важный для нас партнер, добросовестный налогоплательщик с безупречной репутацией. Соглашение, которое мы подписываем, предусматривает строительство завода переработки птицы. Объем инвестиций составляет 8,4 миллиарда рублей и планируется создание порядка 1000 рабочих мест. Правительство области, мы уже об этом с вами говорили, проделана достаточно большая работа. Мы гарантируем поддержку данных проектов и сопровождение их от нулевого цикла до начала производства. Пользуясь случаем, еще раз хочу сказать спасибо вам лично, вашей большой команде правительства Тульской области, корпорации развития, которые проделали достаточно очень длинный, кропотливый путь для окончательного решения, которое было за вами, для того, чтобы вы начали реализацию капиталоемкого и значимого проекта именно на территории нашего региона. Большое спасибо. Спасибо, Алексей Геннадьевич. С своей стороны хотел бы отметить высокопрофессиональную работу в вашем лице администрации Тульской области. За небольшой промежуток времени, то, что мы ведем сейчас подготовительные работы, мы очень довольны. Работать нам в Тульской области очень комфортно. Существуют правильные, реально работающие формы поддержки, которые позволяют инвестору сегодня реализовывать такие масштабные, амбициозные проекты. Суммарно сегодняшние вот два проекта, которые мы анонсировали, это 650 тысяч тонн мяса или 6 с лишним процентов мяса России будет производиться на вот этой одной площадке. Поэтому темпы взяты хорошие, я знаю, у вас все на контроле, решается все оперативно. Мы тоже стараемся не отставать, еще много предстоит сделать, но с оптимизмом смотрим в будущее. Я надеюсь, мы с вами через пару лет уже будем перерезать красную ленточку на одном из крупнейших комплексов в Европе, может, в мире по мясопереработке. Большое вам спасибо. Спасибо, Алексей Геннадьевич. Спасибо, Сергей Игоревич.